Во вторник утром в Иванове в районе угольных складов на улице Соликамской опрокинулась железнодорожная цистерна с бензином. Из 60-тонной емкости на землю вылилось небольшое количество топлива. Площадь разлива составила около 50 квадратных метров. Над ликвидацией аварии работали 29 спасателей. Саму цистерну обратно на рельсы пока не поставили. Разлитое топливо сгребут и утилизируют.